Всем привет, друзья, вы на канале FunnyBiz, и сегодня я хочу нарисовать коровку, только начинающую, да, то есть для детей может быть. И мы сейчас будем рисовать, это очень легкий рисунок, мы рисуем круг, вы можете подставить или стакан, или еще что-то, чтобы нарисовать этот круг. Вот, я нарисую его вручную. Нарисовали мы круг. Дальше мы рисуем полукруг такой, да, то есть тоже как будто круг, только вот в нижней части. Дальше рисуем ноздри, есть. Дальше аналогично глаза, побольше уже, чем ноздри. Зрачки нарисуем здесь. Можно круглые, можно такие, как у меня. Глаза нарисовали. Что у нас еще? Что еще забыли нарисовать? Ушки, наверное, да? Ушки у нас будут сверху. Раз. Снизу рисуем линию, чуть ниже. И соединяем эти линии. Дальше левое ушко, то же самое. Рисуем вот так линию. Рисуем внизу линию и соединяем. И что еще нужно нарисовать? Рога, правильно. Рисуем такие полумесяцы, где-то почти посерединке. Один полумесяц. Второй полумесяц. Чуть-чуть выше можно, чуть-чуть ниже, это не важно. И рисуем уже от уха. Вот так вот соединяем вот эти две полосы. От уха рисуем. И соединяем здесь. Такая коробка у нас получилась, друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.